грешников. Миряне стесняются креститься, исповедовать свою веру перед людьми. Стесняются остановить богохульные разговоры. Разговоры, осуждающие кого-либо. Мы стесняемся носить на себе крестик. Мы готовы на себе носить что угодно. Делать какие угодно там надписи и рисунки. Мы готовы резать себя. Вот как это делаются современные неформатные лидеры молодежных движений. Нарезать на себе знаки, да, которые, кстати, сказано в Священном Писании во Второзаконии. Не вырежи на себе ничего, не нарисуй, не напиши, ни зверя какого, ни звезду, вот, ни солнца, ни луну, вот, ни человека, ни животное. Все что угодно, но только не носить на себе крест. Мы стесняемся самые важные в нашей жизни вещи, нашего вероисповедания. Потому что мир не таков, как мы, а мы тяготеем к такому миру, какой он есть. И наша задача в этом нашем противостоянии с миром идти путями Господа Иисуса Христа, который никого не стеснялся. И о нем фарисеи говорили, пытаясь искушать его: мы знаем, что ты нелицеприятен. И всем говоришь правду в глаза. Почему мы не можем людей призывать к святости? Потому что мы не благотворительны. А если мы и благотворительны, то не с точки зрения Евангелия. Мы благотворительны только по логике вещей, исходя из необходимости, из практических соображений. Господь говорит: просящему дай. А мы же начинаем рассуждать: пойдет, напьется, упьется, погибнет и прочее, прочее. Какое твое дело, говорит Господь? Просящему дай. Ну, напьется. Ну, что теперь сделаешь? Ну, он же тебе и кушать купит, и поешь что-то. На самом деле, если ты ему не дашь, он все равно это украдет где-нибудь, да? Или убьет кого-нибудь, и будет еще хуже. Вот, а пить уже будет не что-то более-менее приличное, а такую гадость, от которой он умрет через 2-3 дня, может, там, ну, может, чуть больше. То есть, не давая человеку, обрекая его на состояние постоянного поиска, мы ввергаем человека в еще более худшее состояние. И эти наши мысли о том, что вот он, человек, так поступит, являются не более чем мыслями осуждения, хотя мы и думаем, вот из своей логики исходя, что это мысли о спасении его души. Ну, Господь сказал: просящему дай. Дай, и все. Ну, другой вопрос: как и что дать? Это понятно. Потому что действительно можно дать человеку вместо хлеба змею. А тут уже мы должны рассуждать сами, по мудрости, дарованной нам от Господа Иисуса Христа, от Духа Святого, что человеку дать, что ему будет полезно, а что не полезно. Но дать-то надо. Господь говорит, что не мир он пришел дать, но меч. Почему мы не можем людей призывать к святости? Потому что мы чрезвычайно любим комфорт. А не может быть комфортного христианства. Его просто быть не может, комфортного христианства. Ибо, вглядываясь в пример Господа нашего Иисуса Христа, мы видим всю некомфортность его жизни. Он постоянно находился в состоянии гонения со стороны недруга. И даже друзья, которые рядом были с ним, вместо того, чтобы
дать ему тишину и успокоение для молитвы, задавали ему глупейшие вопросы, на которые он вынужден был из любви к ним отвечать, дабы научить их, как задавать вопросы не глупые. Что должно быть комфортное в христианстве? Что-то же должно ему помогать. Что более всего помогает человеку в становлении его как личности, как христианина? Община. Община делает положение духа человека, особенно в первые месяцы и годы его становления, делает комфортным. И вот отец Иоаким говорит, церковь не может жить без общин. Не может. Отдельные личности могут жить без общины, но только обусловлено. Все равно, даже если находятся в пустынях и затворах, все равно они часть единого общества святых. И они, эта часть благодаря, что они молятся, поминают всех. И, конечно же, все остальные люди нуждаются именно в общинной жизни. В общинной жизни, которая устроена по евангельским принципам. Ибо только в такой общине новые люди, приходящие из самых разных мест, смогут принять Христа сначала, исходя из обыкновенной человеческой мудрости. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И прежде чем они прочитают Священное Евангелие, прежде чем появится у них такое желание быть членами общины, стать христианами, начать читать, они должны увидеть Евангелие в жизни, воплощенное в жизни конкретных людей. Потому что меньшинство способно принять учение Господа Иисуса Христа на веру, без материальных доказательств, воплощенных в жизни обыкновенных людей. А Христос говорит, «Столько я с вами долго нахожусь, и ты не узнал меня, Филиппе. Господь Иисус Христос, будучи воплощением Отца здесь на земле, будучи самим Отцом, Сыном, неслитным и нераздельным, через человеческое свое естество являет миру Евангелие, воплощенное в человеке, вылетая через человека в мир. В поступках и словах, в мыслях и делах. Не так ли должны поступать все христиане? Конечно же, они должны и поступать именно так, потому что таков был Христос, и так Он нас научил. И таковыми должны быть наши общины, и для того они должны быть, потому что поодиночке никто практически не спасается, за редким исключением. А община есть лучшее место, тихая гавань, в которую прибывают маленькие корабли человеческих душ для того, чтобы прийти и найти успокоение. «Придите ко мне все страждущие и обремененные». И я упокою вас, говорит Господь. Иго бо мое благо, и время мое легко есть. Но прежде чем человек возьмет на себя это иго благо и бремя легко, он должен увидеть, как это бремя и как это иго несут на себе другие люди. И в чем смысл этого ношения? Что дает им это? И поэтому мы должны сегодня создавать общины, которые являются огромными светильниками, на которые должны слетаться все ищущие света люди, мотыльки, прекрасные уже по сути своего происхождения. Богу не нужно наше благополучие, говорит отец Иоаким. Совершенно не нужно. Ему не нужно, чтобы все были богатыми, чтобы все были сытыми. Богу нужно, чтобы все были добрыми, чтобы все хотели спастись.
чтобы все искали пути спасения, а это значит, чтобы все хотели любить, хотя бы хотели, потому что научиться любить – это сложнейший процесс, которому на самом деле отдается вся человеческая жизнь. Богу не нужны наши социальные институты, которые мы создаем, наша социальная благотворительность. Ему это не надо. Ему нужно сердце сострадающее, которое не по долгу приходит к человеку, но по избытку сердечного желания. Хотя и по долгу, конечно, это неплохо, само собой. Но ведь это когда подолгу, оно же ведь нестабильно. То, что подолгу, то все временно. А то, что из сердечного желания, то на самом деле горит в человеке до скончания его жизни. И посылает человека, наполняет теплом, служит ближнему всегда. И днем, и ночью, и в стужу, и в жару, и в метель, и в дождь, и при обстоятельствах землетрясений, наводнений всегда. И в болезнях, и в печали. Служить ближнему. Служить ближнему, ибо в нем есть Бог. Как Господь сказал, вы пришли ко мне в тюрьму, в больницу, накормили, напоили меня, посетили меня, потому что вы пришли к тем людям, в которых я. Любовь, говорит отец Иоаким, основание нашей веры. Успех христианской миссии в словах «Оставьте все и следуйте за мной», говорит Господь. Пусть ничто не прилепляет вас к себе. Ничто, ничто на свете. Мы должны отложиться от тех материальных исканий, которые в юности нашей, а может и в зрелых годах, прилепляли нас к себе, отрывали нас от служения своей душе и душе ближнего своего, а через то и Господу нашему Иисусу Христу. Единственная причина, почему мы с вами живем, одна единственная причина, это потому, что нас Бог любит. И благодаря этому Он дает нам возможность пожить и получить возможность прийти к совершенству. Если бы этого не было, мы бы ничего не могли сделать, ни печку растопить, ни рубль заработать, ни миллион. Все, что мы делаем, все делаем Христа ради. Все, что не делаем, тоже не делаем Христа ради. Едим ли мы или спим ли мы? Все Христа ради, говорит апостол Павел. Вдумывайтесь в эти слова всегда. Так просит старец отец Иоаким. Не забывайте это. Нам кажется, говорит он очень часто, что мы живем по Евангелию. Но если мы живем по Евангелию, а Евангелие не проповедуем, то грош цена нашей жизни по Евангелию. Значит, наша жизнь по Евангелию ложна. Значит, мы ложно восприняли Евангелие. Кто не проповедует Слово Божие, сначала перед ближними своими, семьей своими, детьми своими, потом перед окружающими, внешними, того жизнь ложна и бессмысленна. Многие люди спрашивают, что таковой призыв, он для сильных христиан. Он для тех, кто может поднять себя, мотивировать себя, заставить себя и действовать, вот, исходя из этого понуждения самого себя, постепенно приучая себя к тому, чтобы все это делать уже и без понуждения, а просто из искреннего желания сердца. Все начинается с понуждения, это понятно. Но ведь есть слабые люди, отец Иоаким говорит. Нет таких уж слабых людей. Ну а тот, кто считает себя слабым, для слабых христиан путь спасения один – монашество.
монашеское. Оно укрепляет и дает возможность для реального спасения. Уже только в послушании Отцу Духовному происходит это спасение. В монашеской жизни со слабым человеком все получается так, как произошло с апостолом Петром. Апостол Петр рыбачил всю ночь. Всю ночь он положил на это все силы. Все силы и ничего не поймал. Ни одной рыбки. А утром пришел Господь Иисус Христос. Апостол Петр был измотан ночной рыбалкой. Не было сил. Он уже не хотел ничего делать. Но Христос ему сказал: сядь в лодку, возьми сети, выйди в море, брось сеть по правую сторону корабля. Брось сеть по правую сторону корабля. Правая сторона корабля означает правда Божия. Поступи так, как требует от тебя закон Божий. Подчинись более мудрому, более совершенному. Апостол Петр говорит ему: Господи, всю ночь трудился, ничего не поймал. Ну ладно, по слову Твоему совершу сие. Сел в лодку, опустил сети и вынул столько рыбы, что лодка его не могла удержать ее. Вот, говорит отец Иоаким, вот так будет с каждым слабым человеком, который придет в послушание Господу Иисусу Христу через послушание Духовному Отцу. Многие люди говорят, что есть разница между нациями, какая-то большая, огромная нация, между людьми. На самом деле, конечно, окей, какая-то разница есть. Но в глобальном смысле, не географически, не геополитически, не антропологически, не национально, ни в особой разнице между людьми нет. Люди, везде люди, с одинаковыми устремлениями. Просто в одних случаях эти устремления сильнее, в других они слабее. Поэтому, когда православные люди грешат, то это большая скорбь. Это можно назвать членовредительством. Это можно назвать самоубийством церкви, когда грешат православные люди. Большая скорбь для ангелов и печаль для духовного сердца Божия. Самоубийство церкви, когда православные люди грешат. Кто нам поможет в такой ситуации? Кто нам поможет на путях Божьих, спрашивает отец Иоаким и сам отвечает. В России огромный иконостас святых. Есть на кого опереться. Есть кого попросить о помощи. Надо просить. Ведь Господь же Иисус сказал: у Бога мертвых нет, у Бога все живы. Всегда и всех молитесь, просите, и дано вам будет. Ищите и обрящите, стучите, и вам отворят. А так как у Бога мертвых нет, то все верные Его, как и показано в апокалипсисе Иоанна Богослова, предстоят пред престолом Божьим, восклицая: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф! Исполн небо и земля славы Твоя!» Стоят и молятся о всех нас, живущих после них, которые являемся мы кровью и плотью ихними в продолжении их жизни. Ибо в мире нет 7 миллиардов человек. В мире есть один Адам и одна Ева. В 7 миллиардах отражений. Отражений, пусть, конечно, которым дарована собственная воля, даровано собственное естество. Но все это один общий человек, один Адам. Один Адам. И поэтому вся церковь, и земная, и небесная, молясь о себе, молится об одном Адаме. Молясь об одном человеке, молится о всей церкви, о каждом человеке.
который присутствует здесь. Поэтому говорит Аб, отец Иоаким, не забывайте святых Божьих. Святые Божьи имеют предстательство перед Богом, потому что Бог есть любовь. Любовь не может не отвечать на призыв любви. И она отвечает даже по отношению к самым заядлым грешникам, помогая им исправиться и подняться. Отец Иоаким... Вот пока остановил показать, как это идет, как бы миссионерская работа или подготовка к ней. И это уже радостно, что хоть маленько что-то начинает делать. И говорит, проповедь в любом месте. Надо начинать так, как будто там, о Господе Иисусе Христе, еще никогда никто не слышал. Куда бы ты ни пришел, ты должен начинать с азов. И проповедовать так, как будто мы здесь еще не проповедовали. Не нужно думать, что люди уже слышали там по телевизору или по радио. Да никто ничего не слышал. Если я слышал, пропустил мимо ушей. Он ждал тебя, он ждал твой голос. Голос Духа Божия, который из тебя самого проповедовал бы для него лично. Дух Божий, который к нему лично обращается. Вот он, чего ждет этот человек. Проповедовать надо, понимаете, отец Иоаким, изо всех сил. Изо всех сил. А в этом смысле необходима перенастройка русской церкви. Не перестройка, нет, не все хорошо. Надо немножко ее перенастроить, потому что в результате вот этих большевистского террора и предыдущих синодального периода у нас сбились некоторые ориентиры. Нам нужно просто перенастроить. Церковь неизменна, она свята и непорочна. Но просто некоторые инструменты в ней забываются. Не используются, бросаются. Отец Иоаким говорит, русская православная церковь, по моему мнению, стала похожа на автокефальную церковь Америки. В автокефальной церкви Америки умолили монашество, его там практически нет. Монашество не является в этой церкви светочем, а ведь именно монашество является солью христианства. Монашество, великие монашеские общины, соединяясь вместе, создавали общество святых. Райское место на земле они создавали. Понимаете? Приходя куда, человек понимал, да, здесь истина. Вот здесь любовь Божия, здесь Христос. И особенно на самом деле, вот это вот уподобление автокефальной церкви в Америке, вот, оно заметно у нас в Сибири, где практически не существует монашеских общин. Мы должны искать любовь. Отец Иоаким говорит, братья, Христос сказал, в мире любовь не найдешь. Мир ничего не знает о любви. Невозможно найти любовь в мирских книгах, в кино, в театре мирском, в цирках или сталищах. Чтобы найти любовь, вот, и настоящую христианскую жизнь, мы должны всю свою жизнь потерять. Как и Христос сказал, умереть мы должны, чтобы любовь найти, чтобы родиться заново. Старое должно у нас все отвалиться. Главный язык любви – это жизнь во Христе Иисусе, в служении ближнему. И вот тут, говорит отец Иоаким, народ Божий должен выйти в народ мира сего. Надо создавать группы для посещения стариков, больных, коллег, чтобы это было не эпизодически, а регулярно, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Но не об этом ли говорил Господь, призывая к милосердию? Мы за многие эти вещи забыли. Мы превращаем это в отдельные какие-то порывы. Вскочил, побежал, а потом целый год не приезжает.
Ничто не мешает истинной благотворительности, кроме нас самих. Ничто. Христос – это радикальный выбор смены жизни. И поэтому христианство православное должно быть радикальным. Новый Завет – это огонь, который ждет в себя нашу душу, ожидает. И наше тело тоже он ожидает. Мы должны посвятить себя полностью огню Нового Завета. Мы должны сами погибнуть. Тот, кто душу свою спасет, тот погибнет. А кто душу свою погубит, тот спасется. Мы смотрим, мир гибнет, а мы живем и ожидаем благополучной пенсии. Неправильно, это говорит отец Аким. Немножко здесь комментарий хочу дать. Книгу я показывал. Почему? Вчера Петр Михалев, священник, он Кифа подписывается, попросил, вы бы упоминали какую-то книгу из одних молитв. Что это за книга и где она? Ну вот я, что мог, дал размеры ее, где она и как. И вот сейчас тут один все время мне подкидывает разные ролики. Вот посмотрите, как тут что-то можно взять или нет. Тут сегодня только про Андрея Ткачева сколько мне скинули. Но вот вы делали разбор выступления Всеволода Чаплина, когда он выступал против Андрея Кураева. Не могли бы такой подробный вот разбор сделать Ткачеву, который столько говорит, а сам бросил свою паству с Украину, убежал к тем, которые под крыло Москвы и прочее. Но я не стал ничего говорить, я говорю, что он убежал, это не вина. Написано, гонят в одном городе, беги в другое. Это прямое повеление. Но остался бы, его убили, что лучше было. Но если бы он был и вышел на меня в скайп, ну что на меня, значит, я... Игнатий Лапкин, я не знаю, видно меня тут или нет, я вообще не знаю, как тут нужно вести его вот так вот это. Володя-то ушел, его нету, и я вот тут все показываю. Что тут говорить? Неправильно все тут делаю, наверное, никуда направляю. Вот. И вот он здесь сейчас говорил, все, Иоакима Парр, это проповедник, миссионер с Америки, какое-то открытие тут сделал, он пытается расшевелить. И вот он думает сделать и расшевелить. Да благое же намерение он делает-то. Ну, дальше-то начинает. Главное пробуждение, монашество, главное пробуждение. Общины создадут на земле. Да главная вина нераспространения и есть монашество. На совести монашества полностью 2 миллиарда мусульман. Об этом очень хорошо говорит Андрей Кураев, диакон. Еще говорил он лет 5 назад. Литературная газета была, и статья «Миссионер 21 века». И он говорит, что встретились с мусульманами-то, уже под стенами Царицына. Вот где, откуда, что начиналось. За 6 столетий, а Мухаммад умер в 632 году, Магомед, не послали ни одного Кирилла и Мефодия. Ни одного. Налоги брали. Смысл-то вот в чем. А где были проповеди? Да нигде. Монашество все заглотнуло. Самое лучшее, самое ценное, самое крепкое за монастырскими стенами заморило, как пишет Сидоров. И они, не давая потомства, ушли в песок. У одного Пахомия святого, Пахомия великого, 11 тысяч мужиков. Да если бы выпустил, сколько ж там было бы проповедников-то? Были общины такие, говорит, селения, 50 тысяч. Государство развалилось. Гангский собор поставил запрет, чтобы бросали родителей, бросали детей, разводились умышленно. Вот. Это значит, все было? Иначе бы зачем этот разговор шел-то? Что если кто делает, тот подклятый, то есть проклятый. Государство разваливалось. Что значит монашество? Монашество нужно. Человек один для проповеди без всяких обетов. Обеты дали мы Богу, обещание, добрая совесть. Обещание – это есть обет. Вот самая-то главная ошибка где. А что они сейчас говорят, опять трясут монашество? Это значит, ничего не будет. На этом все и умерло. Монашество нужно рассматривать только как необходимый элемент для подготовления миссионеров школой.
и докармят старых, потому что он одинокий, семьи нету, ему трудно в старости будет. Ну, как богадельни были. Вот так, ну, как образец, это Марфа-Мариинская обитель была у Елисаветы. Вот так надо и рассматривать. Но если они сейчас говорят монашество, еще из него будет пробуждение, как Федор Михайлович Достоевский понимал, это ничего не понимать. Человек, который родился от Бога, Духом Святым, он не может разницы с тем, что написано в Священном Писании. Идите по всему миру. А у монахов устав, что они должны за монастырь даже носа высунет. Им нельзя разговаривать друг с другом. Вы уставы это знаете или нет? У меня открытым оком книги вышли. Вот. 7-8 том я посвящаю полностью разбору 12 томов жития святых. И уставам. Самым известным Венедикта Василия Великого уставы монашеские. Монашеские уставы и монашество – это смерть для благовестия. Абсолютная и полная. А чего возникло сектантство, протестантизм? Да потому что нет нигде Слова Божия, Евангелия. Они стали искать. Если бы они внутри церкви искали, терпели гонения, преследования, ну, тогда можно было бы ожидать какого-то плода. Но об этом уже речи-то и никакой не шло. Вот. Трудно, конечно, православному уху это все слушать. Я сколько лет? 53 года я кричу об этом. Ни от кого нет такого преследования против проповеди, как от православных священников, архиереев. А кто тебя благословил? Я показываю грамоту. В первую очередь от Христа. Идите по всему миру. Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Апостолы остались, как Златоуст говорит, в самом трудном участке гонения в Иерусалиме. Ну, а остальные, написано, рассеявшиеся, ходили и благовествовали. Что тут доказывать дальше? Дальше ничего не надо и говорить. И так понятно. Благовествовали, не сидели. А кто благословил, я показываю грамоту от митрополита Виталия. О, так он зарубежный. Интересно. Показываю, благословляет епископы Московской патриархии. Епископ Евтихий, называю Максим, Сергий. Так это когда было? Ну, я показываю, даже у меня книга вышла «Симфония на жития святых». Да, действительно, это было там лет 6 назад. Да, так это 6 лет назад. И кто это говорит? Бурмистров, преподаватель Томской семинарии. Так она что, потеряла силу? Это же не что-то такое, что может от времени потерять силу. То есть, ну, она как угодно все говорят. Что бы ни стал говорить по Евангелию, сектантство. Говорю о том, что, а я говорю вам, любите друг друга относительно войны, сектантство. По-русски стал говорить, что надо, чтобы понятно было богослужение. О, это сектанты только на русском языке. Библию изучать надо. Каждый день читать. Так вы совсем баптист тогда. Я выпустил трехтомник, полное толкование от Матфея вместе с Откровением. Некоторые берут, а некоторые, ваши там комментарии, да, 297 комментариев, которых подчеркивают, не добавляя ничего к Евангелию, а расширяю, как бы разъясняю толкование блаженного Феофилакта. Сколько я выслушал злословия относительно проповеди миссионерской, это хватило бы не на одно поколение, на сотни проповедников. Денно и ночно меня они клянут. И я все хранимый, живой еще, и сердце мое не разорвалось от тоски. Так это только особая милость Божия. Притом ничем не объяснимо. И взамен они ничего не дают, чтобы не было проповеди. Мы идем, раздаем визитки, приглашаем на наш сайт, огромный форум, 1500 с лишним тем. Там все есть. И выступления патриарха, и Смирнова, и Осипова, и книги, и насчитанные 12 томов наш сайт. Златоуста клевещут. А что визитки эти дадут-то? Ну, человека привлекли склад, сокровища, библиотеки. Там все есть. Повторяю, все, 50 книг аудио насчитано, 5 томов добротолюбия, 12 томов жития святых. Ни слова не принимается ничего. Одна сплошная клевета и ложь. Вот откуда надо начинать. С себя. Чтобы лжи испугались. А почему так делают? Да, Матфея 22:29. Заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божией. Писания вообще не знают. А зачем нужно-то? Батюшки с собой закрыли Христа. Батюшкины уста, рот, закрыли Библию.
Люди идут к батюшке, а он городит такое, хоть святых выноси. Я говорю, да откуда же ты это взял-то? Подходил и надо, а кто вас поставил меня учить? Они сразу бросаются на меня. И почему Серафим Саровский молился о священниках? Если кто не знает из священника, откройте настольную книгу священнослужителя при патриархе Пимени выпущенной. Третий том, 601 страница. Когда Серафим три дня и три ночи молился ни о ком-то, о русских священниках и архипастырях, получил ответ, не пощажу и не помилую. А он только твердил, помилуй, помилуй, помилуй. И главная вина какой? Вымыслами человеческими, то есть то, что говорят. Заменили Слово Божие. И вот они сейчас говорят, а ты Иркутская епархия, замечательно, и растревожил их, но дальше не пойдет. Это сама система. Главное, это мощи, иконы, то есть все эти атрибуты, те, которые закрыли Христа. Ни об иконах, ни о мощах нигде ничего не написано в Библии, что мы должны это делать. Ну, если у вас, успокойтесь. Сейчас в Греции Нова, там Нектария, кого только не канонизируют, и как он исцелял людей, как исцелял. И не страшаться об этом говорить. Он брал мощи, опускал воду, там мыло или что он это делал, ну, что в воде это определенно, этой водой давал пить. Ну, даже пока говоришь, так уже люди-то подумают, нормальные мы или ненормальные, это официально. И вот теперь о нем говорят, канонизация его была успешной, только что на днях канонизировали. Почему? А за него все, он говорил, как Турция погибнет, ее Россия разгромит на три части, а греки там не будут. А грек один выступает, да кому быть-то, все спились. Наркотики, да пьяницы, да блудники. И Россия завоюет Константинополь этот, и Стамбул, и отдаст грекам. Ну, такой бред несет. И в это он святой, он всем угодил. Это означает, он никакой не святой. Горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. О Христе говорили плохо, об апостолах, а вот об этом говорят хорошо. Я смотрю, он как будто бы помешанный какой-то. Его выступление, это уже отсеяли, самое бредовое они не допустили, мы не знаем. Это то, что сейчас в интернете есть, это считается за основу. И там Слово Божие, крупинку можно только найти. Я как-то сидел в камере, пришлось проповедовать, подошел один, открыл кормушку охранника и... И, ну, что вы там говорите? А сам матерится? Я не могу понять, что он говорит. Я говорю, вы столько слов сказали, вот как в параше, одна крошка болтается, это ваше слово, которое, остальное матерки да и прочее, так и здесь. Вот одно только выставляют. Вот это и есть, что закрытие Христа, с собой затмили его. Это великий, страшный, смертный, беспокаянный грех тысячелетий. И это у католиков, это у православных, у исторических церквей. Все таинства искаженно выступает Осипов. У кого? У католиков. А у себя? Они видят только других, себя нет. Все искаженно. Неправильная исповедь, неправильная литургия. Оглашенной литургии нету. Ну, все не так делается. Уж про крещение говорить не надо. Сам патриарх Хабаровский крестит, показывает. Ребенок там кверх ногами почти держит его. И, да большой уже кто-то держит. А он ладошкой купель не могут сделать. Да может он приучать других так правде, если сам моченый, не крещеный, это и патриарх, и епископы. Ну, решительно однажды сказать, прекратить безобразие, это богохульство. Всем идти на Днепр, приехать и креститься. И все кончится. Были бы крещеные, войны это не было бы. Но вперед-то можно было заранее предвидеть-то, что будет, когда от людей отнимется Евангелие. Как сегодня там это Донецкая республика. Заранее-то могли нарисовать картину. Вот мы отойдем, а они нас не отпустят, будут долбить, будут покойники, тысячи заложников, тысячи убитых. Вы хотите теперь отделяться от Украины-то? Ну, можно было заранее-то предсказать-то, что за этим будет. Как сектантам. Ну, вот где двое или трое. Ну, если у вас нет священства епископата, рукоположено от апостольских времен, значит, нет у вас и литургии, нету таинства, нет Евхаристии, нет тела и крови Христовы. И вы не имеете жизни в себе. Заранее, если бы увидели, где вы находитесь, стали бы это делать? То есть каждому концовку показать. Я когда говорю, то всегда обращаю это к себе. А тебе сказали, что ждет? Да что говорить ждет? А когда написано, будет вести войну против святых и победит их. Уж какие мы святые, значит... Все будут поражены, но душой с Господом. И вот сейчас немножко еще дам, чтобы послушали, видно было. Надо разрубить наши цепи, коими мы прикованы к миру. Вот инославные христиане
не видят разницу между собой и православными. Почему? Потому что мы, православные, живем так же, как и они. А иногда даже бывает и хуже. Мы не живем для Иисуса Христа. Мы живем так, чтобы Христос служил нам. Чтобы Он нам помогал. Он нас исцелял. Нас вел. А мы будем только пользоваться этим. Когда мы просто живем в церкви, просто живем, просто так, мы убиваем ее в себе и снаружи. То есть мы не грешим, а просто живем в церкви и все. Когда мы вот не голодные и горячие, живем, ходим, посещаем, слушаем, да, говорим. Мы убиваем церковь. Тот, кто не сеет со мной, Господь... Вот он сказал эти слова. Когда я не разумел тебя, Давид говорит, я был как скот пред тобою. Скот. Он не боится назвать. Ну скажи, что это вот сидят скоты с крестами на шее. Или не они, скажи. Скажи о других. Златоуст говорит, большая часть священников погибает. Вот их трое сидит здесь, минимум двое будут в аду. Да ни в жизнь никто не согласится. А ты настрой себя на это и будешь выдираться тогда оттуда. Я не хочу быть в аду. Вот он говорит, да, хуже даже живут там таких-то, таких-то. Ну сказал дальше-то. И они другие будут. Почему нет проповеди о рождении свыше и о водительстве Духом Святым? Вот два вопроса. Для православных вообще это темный лес. Рождение свыше, как для них ходимо. Войти в утробу матери, они по-другому-то не знают. И они по-другому не зададут. Вот что батюшка сейчас говорит-то, слова-то правильные. Ну и сегодня он опять то же самое будет. Литургия, литургия, акафисты, акафисты. Столбами люди стоят-то. Ну ты посмотри на них, вокруг-то что делается-то? Страна разваливается на части, разваливается. Не воевать некому будет. Напрасно вы хорохоритесь там, православные. Ничего не будет. Вот Дмитрий Смирнов правильно говорит. Мусульмане ближе ко Христу, чем христиане. Только он не говорит, что это его труды. Такими он их сделал, бесчувственными, неграмотными. Дальше-то надо договаривать. Вы такими их сделали. То, что не учили, не жили с народом. Вот у меня тут прилетает, говорю, когда показать даже, вот дятел. Он говорит, тот расточает, тот губит ее. Не может. Значит, губит ее. Даже вот здесь вот я показываю. Но интересно смотреть, что у меня прилетает дядя. А что это? Ну, повесил ему шкурку от свиньи. Тут приносят с базара. Кормлю разных птичек. И вот желнёй этот красивый такой прилетел. И каждый день смотрю на него и думаю, как он добывает пищу, как он старается. Вот смотрю, у меня голуби здесь вот живут. Голубка парит. И как у них все это... Вот он сидит там, вот он, это он сидит, вот он где, куда, я плохо за ним слежу-то, вот он где. А она сидит там, вот в коробке у меня, парит она, вот она. И вот интересно, он наверху, и она сидит, наконец она вылетела сюда, она только вот сюда вылетела на край, он мгновенно сверху падает и на гнездо, чтобы они не застыли яйца. Кто его посылает, где у него заложено? Он еще сидит и помнит, что у него там выводятся ребятишки. Всю жизнь держу голубей, понять не могу. А здесь ничего нету. Не зря называют православных прихожан, это абортированные. Господь пришел к погибшим овцам Израиля, к погибшим. Я называю состоянием церкви, это скотомогильник. Я был скот, и притом скот мертвый. Это скотомогильник, чего удивляетесь-то? Я обозначил вам, вы теперь уже и думаете, как это. Вот, послушаем еще немножко. Может быть не радикальных христиан. Христиане должны быть радикальными. Ну и потом. Человек, который не соработает Духу Святому, не участвует в труде увеличения, роста, возрождения церкви верующих, этот человек не причастен труду Духа Святого. А если он не причастен, то премудрость Божия проходит мимо него. Недуховный человек не может видеть духовное, а потому не может посоветовать, не может показать и направить.
Чтобы быть духовным, надо трудиться на ниве Христовой. Но еще самое важное для духовного человека – надо найти духовника. Нельзя жить без духовника. Нельзя. Если кто-то говорит: «Я сам себе духовник», дурак твой духовник. Твори в совете, и тогда не согрешишь. А когда ты советуешься с самим собой, то что ждать от твоих действий? Только заблуждение и разрушение. Духовники есть, говорит отец Иоаким, их много. Нужно только в них поверить. Нужно только молиться за них, чтобы Господь укрепил их и направил. Давно ли, говорит он, вы молились за своих духовных отцов? Давно ли ночь не спали, молясь за своего духовника? Чтобы он вразумил и вас, и других, чтобы ему открылась правда Божия. Давно ли? Найдите духовника. Ибо в послушание паче поставим молитвы, истинное послушание. Вот это вот принято у православных. Паче поста и молитва. То есть выше поста и молитва. Это чисто дьявольские слова. Дьявол боится поста и молитвы, они выше. Да, Златоуст говорит: смотри, вместо духовника пастыря не избери волка. Почему пар вам не сказал? Главное-то не об этом молиться надо, чтобы они, эти ваши учителя, духовники, как называют, кто-то руководители, родились свыше. Чтобы они были в Духе Святом. Вот о чем надо молиться-то. А у них приходят духовникам, они их такому учат, это вообще, то, говорится, святых выноси. Совершенно не знают Евангелия, толкуют в кривь и в кость. Каноны попрали. Я еще раз говорю, сегодня действующих канонов из книги правил, которыми регламентируется жизнь церкви, 719. Из них 413, то есть 57% нарушается ежедневно, целенаправленно, умышленно. Не раньше 30 лет в пресвитер. Вот они сидят. Во сколько лет рукоположили? Все. Абсолютно все. Даже до 30 лет в епископы поставлены, такой как Гундяев, нынешний патриарх Кирилл. Правила, которые даны, называются трубы Духа Святого. Возьми священников, которые рукоположены раньше 30 лет, 6-й Вселенский собор, 14-15 правило. Куда их делают? Да будет извержен. Не потому ли все такое и идет? Вы одно правило вот это возьмите, одно, и уберите торговлю, больше не надо. Нарушается 413. Два правила выполните, торговлю выкиньте, останется 411. Ну, а потом как-то помаленьку начнете отгребаться. Правильно крестите, еще одно правило, с полным погружением после того, как человек уверует, обратится к Богу и завершится третьим этапом рождения свыше крещением. Но нету этого, нету. Почему и Феофан Затворник говорил, благодать трех видов. Первая – призывающая проповедь, непрерывная проповедь. Обращающая – от нас не зависит. Обратиться нет человек. И насаждающий, и поливающий – суть ничто, а все Бог возвращающий. И третья – благодать освящающая, то есть там, где есть священство. Там, где есть истинно рукоположенное, законное, Христом установленное священство. Это третий пункт. И когда человек все это имеет, руками законного, не запрещенного священника, погружается в воду, дает обещание Богу доброй совести. Нетрудно это узнать? А вот что он говорит, поставьте это все в свет-то Евангелие, увидите, как из этой речи посыпется целое предложение и целые пакеты. Не имеется в виду, не ложно. И таковое послушание делает человека подобным Петру, в немощи получающий великое богатство и духовное интересное. Вот бьются за то, чтобы слушаться духовника. А ты скажи, сначала духовник должен родиться свыше. Кого слушаться? Куда он тебя заведет? Ведь все остальные ереси, какие были, не считая вот этой ереси, великой молчальницы, церкви православной-то, ведь они-то все были священники, арии, Нестория, Евтихий, Архимандрит. Это не миряне, не миряне основывали разные ереси-то, а начиная из патриархов и кончая папами. Надо рождать монашеские общины, говорит отец Иоаким. Надо. Вот и все. То есть все, что сейчас делает, идет к одному краю, к
всеобщему, полному замиранию жизни. Надо, ну, основали, давайте, кто-то обратился, в монахи идут, конечно, люди, ну, крепкие характером, они слабые. Ну и что дальше будет? Он дает обет, как об этом Андрей Кураев говорит. Если я постригал, я сказал сразу, вот, все от тебя отнимается, квартиры у тебя нету, я буду об тебя ноги вытирать и сморкать на тебя, и выгоню в любой момент тебя, не предъявляя никаких обвинений. Ты даже бомжом не можешь назвать это. Если согласен, давай ножницы. Они ножницы кидают, монах ползет, берет добровольно. Такую игру устроили, говорит. И не просто даже монашеские общины. Монашеские общины – это хорошо, но для начала нужно создавать общины верующих. Пусть временные, приходящие, уходящие, где люди будут жить вместе. Может быть, по отдельности женщины, по отдельности мужчины, а где-то и вместе с семьями. Общины, братство и сестричество – которые будут заниматься только тем, что на протяжении, скажем, одного года своей жизни он посвящает полностью себя служению Господу Иисусу Христу, в поиску пути Божия, соработничеству Духу Святому, служению в тюрьмах, служению в школах, служению в больницах, в хосписах, вот, и так далее, в домах. Вот батюшка говорит, с самого начала кричит ребенок, и видно, что один голос идет. И сколько людей сидят? Ну, можно было сказать, ты его возьми, выйди, пока с ребенком побудь. Хотя бы попытка какая-то была, ничего нет, это совершенно нормальное явление. То есть, вот это понятно, ребенок вырастет, когда-то он услышит это и скажет, а кто там кричит? Да это ты кричал, я. Да разве в этом есть благословение, когда чей-то голос заглушает то, что говорят? Хорошо, хоть у батюшки голос громкий говорит. Ну, это хотя бы показали в данный момент вот так. Ты ведет себя не так человек. Ну, скажи ему хотя бы слово. Вот у нас здесь прямо на центральном, бывший Московский проспект, город Барнаул, теперь Ленинский называется. И была полковая церковь, Никольская. Ну, а потом отдали ее в летное училище. А потом вот приезжал сюда патриарх Алексей II, Грачев был тогда министр обороны. И отдали этот храм обратно. Его отстроили. Ну, теперь он прямо на центральном месте стоит. И что, опять то же самое, торговля, какие-то буквы там накрутили, просчитать невозможно что. И все абсолютно так же, как было то, что погубило Россию. Опять к тому же. Я однажды захожу прямо в храме. Стоит мужик с собакой. Никто его не видит. В шапке и с папиросой. Папироса дымится. Но, ну, глянуть-то можно, хотя я уже беру, это экстраординарный случай. Ну, я-то и шел-то мимо, просто мимо шел и зашел. Три поклона хоть положить-то. Но я ему сказал, это же храм, это нельзя, нельзя. Хорошо, он папиросу потушил. Я говорю, так и шапку надо снять. Он снял шапку сразу. Ну, хоть кто-то бы стоял-то. Предверники, привратники были. Я говорю, ну и собака-то в храме, это нельзя. Это не кошка. Кошку разрешается, а собака нельзя. А почему? Я говорю, здесь нельзя разговаривать, вы выйдете. Я вам там расскажу тогда. Мы вышли, только шагнули из притвора, вышли на улицу, на крыльцо. Мгновенно выскакивает служка. Так, вы о чем с ним говорили? Я говорю, он стоял, курил. Как он на меня взъярился, только что маты здесь не посыпались. Да кто вам разрешал? Идите к своим баптистам и там учите. То есть они видели это все. Вывод-то какой? Да что он меня даже знает. Но он наблюдал, чем кончится. И вот я его вывел, вроде бы я их прихожанин, а куда-то поволок. Да вы в уме или нет? Куда бы я его хотел маленько, хоть чуть-чуть дать ему понятие о Боге. Ничего не надо. Пошел отсюда, баптист. А то сейчас вызову других. Да, там найдутся и по-другому будут еще говорить. Это хорошо, не пнул, ничего. Своими ногами сошел. И везде, везде абсолютно так. Везде. Вот мы в Киеве, центральный храм. Разговаривают во время службы, сидят монашки. Ну, невозможно. Люди заходят, выходят. Я грешный человек, посчитал. Где-то за полчаса 700 человек зашло и 700 вышло. Я после сказал священнику, хотя спасили был, кажется. Я говорю, а почему вы трамвайные-то пути сюда или автобусные-то не поставили внутрь-то? Это труд делает. Вот попутно показать, что тут делается. Вот он меняет ее, пришел, хочет заменить ее, воркует ей, подойдет и целует, целует, дескать, уходи из гнезда. Даже птица это знает. Вот. И монашки сидят и разговаривают, и разговаривают. Я показал палец к губам, она ничего даже, черная сидит,
спиной повернута к алтарю, с колонна большая, она на скамейке сидит с обратной стороны. Я говорю, разговаривать нельзя. «Богата ты знаешь!» Она на меня, какой голос мужской. «Богата» — это означает, я как понял, что слишком много ты знаешь учить. Я говорю, литургия идет-то. Как она взъярилась, а сидела наклоненная. Да ты попробуй, скажи ему. У меня был здесь Амвросий Юрасов. И он говорит, а мы, говорит, специально говорим такие, вроде придумаем испытания. Мне что-то сказала жена. Он говорит, а ты скажи, ты вонючая требуха. Ты что учишь мужа? Вот здорово мне так показалось это. Ой-ой-ой. Вот пришел, он ее теперь целует с гнезда, чтобы согнать и самому сесть. То есть он с самого утра здесь летает, а она сидит. Видимо, понял, что пора ей уже отпускные дать. Сегодня суббота, 17 января 2015 года. Вот я подошел, это заинтересовало его, что я рядом стою. Ну, свет тут не дается, но видно, что вот он к ней. Ладно, как заворкует, я еще подойду показать, как он делает это. Чтобы мы это знали, ласка везде есть. Вот батюшка говорит, я опять подключу его. И вот все это новое движение братств и сестричеств должно быть евангелизировано только на евангельской основе. Читая Евангелие, должно оно работать. Потому что без Евангелия не будет веры. Вот это и есть как раз. Ничего этого не будет. Один рассказывает, говорит, мы отдельно стали собираться. Ну и батюшки сказали, батюшка, вот мы приходим со службы и не успеваем позаниматься, уже вечерня. А можно так, что, ну, что важнее это, в церковь идти или слушать, вот, заниматься Евангелием? Батюшка посидел маленько, подумал, говорит, ну, кто его знает? То есть не дал ответ, а сказал бы, вы сходите, можно маленько как-то что-то тут придумать, там службу передвинуть местами, чтобы больше было время для занятия. Это ничего не будет. И священник ничего не сказал. И что? Ну, конечно, он ушел баптистом, даже гадать дальше не надо. А только то способно прижиться и привиться в мире, что искренне верует в то, что оно делает. Кто сам пришел к Господу Иисусу Христу по доброй воле и познал Его постом, молитвой, чтением Слова Евангелия, добрыми делами, тот уже в руке Бога, и им руководит Бог, как своим послушным Ему по доброй воле инструментом. И от такого человека только польза, и таковыми мы все и должны быть. Спасибо. Ну вот и все. Теперь можете, кто знаете, проверить, какие там будут изменения. У меня слишком большой опыт, и я говорю, никакого не может быть. Батюшка пожелал, но вплел сюда столько неевангельского. Он еще не рассказал о том, какие акаписты, псалтырь Богородицы там и прочее это. Что для Слова Божия не будет никакого места. Община, вот у нас община здесь в Барнауле. Да как они ее со всех сторон обглядывают-то? И что так и не говорят? А кто благословил? Вот мы приезжаем, 46 человек приехали в одно село и стали ходить. А кто благословил? Воевали. Часть примерла. Староста церковная нас там матерками такими обкладывал. А теперь его нет, говорят, умер. Казался дубовый, конца ему не будет. А которая больше всех кричала, там женщина одна, теперь покаяние приносит. А все на совести священника. Все. Богу нашему слава. Дай Бог, чтобы пробудилась мертвая. Говорить надо всегда и объяснять рождение свыше и водительство Духом Святым. Аминь.